«Рок без границ». Так ли это на самом деле? Вокруг Красноярского рок-фестиваля разгорелся нешуточный скандал. Подробности в нашем следующем сюжете. Понаписали вот тут нам много-много всего, всяких гадостей. Светлана – организатор рок-фестиваля, который должен пройти в нашем городе в 20-х числах марта. Помимо выступления рок-групп, в программе фестиваля планируется выступление омских экстремалов, гоу-гоу-команд и разного рода перформансы. Только вот когда организаторы объявили площадку, на которой собирается устроить шоу, музыкальное сообщество Красноярска всколыхнулось. Кто-то там нашел где-то, что это то место, которое мы нашли, оно является клубом нетрадиционной ориентации. Люди раздули из этого целый там помидор, который лопнул там и начал просто форсировать везде в интернете. Музыканты обрушили на организаторов шквал недовольных комментариев. Мол, место совсем неформатное и негоже рок-музыкантам играть в клубе для сексуальных меньшинств. У нас, скажем так, отношение в обществе к людям с нетрадиционной ориентацией довольно полярное. И эти моменты организаторы всегда обязаны учитывать. То есть их же цель не устроить, ну я так надеюсь, да, сделать фестиваль. А ну, с таким же успехом они могли бы, например, в стриптиз-клубе сделать фестиваль. Да, кто-то сказал, ну зашибись там, бабы, кто-то скажет, а у меня, например, там дети 16-летние в группе играют. Организаторы же поясняют, этот клуб они выбрали из-за вместительного зала и просторной сцены. Но по мнению независимых музыкантов, которые даже не планировали выступать на фестивале, формат заведения может повлиять на само мероприятие. Возможно, и можно предположить, что мероприятие будет под срывом. То есть не из-за участников даже, а просто какая-то массовка зрителей. Они же тоже выбирают, куда они идут. И они могут... узнают. Ну, в общем, мероприятие может не состояться. Тем не менее, уже сейчас на фестивале готовы выступить более 20 рок-коллективов. Скандальная подоплека мероприятия их не испугала. Как пояснили участники, музыка превыше всего.